Потихоньку и пошел. Стой! Давай я так по кругу туда. А я задом хочу туда. А, ты задом? Да, да. Да, да. Ну все, открываем бокс и пихаем его в жопу туда. Спасибо. О, посол потёр. Угу. Артур, за... Сол течет. Ну ты у нас, Серега, вообще. Притяни канат. Это задний свет есть. Бывает. Я застал. Ну, другое можно. Ну, сейчас что придумаем. Подожди, болгарочки подрежем, подточим. Болгарка доработает. Это для покупок. Всем привет, друзья! В Киеве дождь. Такая у нас погода нестабильная. Вот она, наша танковая. Все спрашивают, когда уже я на чем-то своем выйду. Ну, выйду. Вот-вот-вот, уже скоро. Видите, никаких следов практически. Какие-то там... Кто-то на чем-то проехал, но танки не катались. Сейчас бы, кстати, они тут не помешали бы расколбасить это все. Сейчас посмотрим, что у нас происходит. Пошел бы, прошел, но обувь не подходит. Посмотреть, что там и как. В субботу будет оффроуд, я надеюсь. Не в стиле рейд, наконец-то, а какой-то более-менее хороший. Смотрите, какой неожиданный поворот. Я еду, а тут едет... Это не постанова, друзья, это просто совпадение. Куда вы? А меня возьмите ж, пацаны. Мы на танковую поехали. Меня возьмете? Ну давай, сейчас я бэху припаркую, подожди. Поедем и кардан искать? Ну да, кардана нет. А, заднего нету? Да. Блин. Так давай поставим его. Так надо найти. Так, а магниты? Я думал, у тебя есть. Хотя бы лопату надо, чем стучать, или грабли какие-то. Поехали тогда обратно. Поехали. Неожиданный поворот. Кардан нужен, конечно, наш найти, потому что там, ну, он по, с фланцем вместе редуктора, горбунчик ждет, блин, как у него фары такой, обиженно вниз смотрят и в стороны. Карданчик найти бы не помешало. Там фланец редуктора, который уже подготовлен под... УАЗовский кардан. А новый, что-то Саня, видно, решил, что сложно, хотя там не сложно, но
Ну так, надо чуть позаниматься. Ладно, сейчас посмотрим, что нам не хватает для полного счастья. Промывка системы охлаждения я сразу взял. Блин, а грязь где вы такую нашли? Смотри, какая грязь. Да, на. Так, засыпает. Засыпает промывку. Подожди, вторую засыпет, стой. На ходу засыпают. Сейчас будет экшен. Блин, какая красивая машина вообще. Как давно мы на ней не катались. Мостик. Шрус поменяли. Все давно лежит, но не было и времени. Еще чего-то. Счастливое лицо. Что, засыпал? А там вода? Нигде там с блока не течет, Саня? Не разморозили? Я засыпал это, Саня. Тоже синтепизм. Да? Блин, хорошая машина. Это тоже. Не, включи, пусть это молотит, чтобы промылось. Да, мотор поражает надежностью на самом деле. Слабое место — передний мост. Я не знаю. Ну, все, наверное, знают, но может кто-то новый смотрит. Так, суровый все починил, говорит. Идем, кардан сейчас. Тебе уже модернизировали почти. Вон, путь карданчиком непростой. Смотрите, какими живописными местами это все проходит. Это жесть. Ух ты ж, елки. Ты что, тут как в оффроуде, даже пожестче. Саня, блин. У меня же одна рука занята. Тебе-то на... Какая-то мафия. Внимание, опасное место. Да нет, ты же дурак, иди сюда, я тут был много раз, пошли. Ты не туда пошел. Да нет, сюда иди, Саня. Где ты? Я другую дорогу знал. Все-таки он пошел не туда, какую-то столовую зашел. Да вот сюда идем, вот сюда прямо. До конца и направо. Ты просто тут не был еще. Тут я был много раз. Тут были глухие очень места раньше. Не сейчас такие глуховатые. Немножко карданов таких скромных размеров. И вот еще кучка. Мы попали в правильное место. Что, покажи. Давай, Серега, одевай тут. Покажи, что ты одел. Не, по болты, чтоб совпали. Совпали. Все четыре, смотри, четенько. Так. Ну, да нет, так. Тот не работает, оно же не из этой оперы. Ну, давай теперь эту. А ну этот приложи. Приложи его. Середину. Середина совпадает по диаметру. Середина. Понял? Центровка. Ну. Да, седай. Точно, ну, да? А болты, да? Ну все, просверлить на 4 отверстия и готово. Я думал, тут сложнее. Видишь, оно центровка совпала, Саня. Это вот сверлить тут? Да не тут, причем тут тут. Можно снять и просверлить. Пометить гайку, то, что я говорил, пометить, до какого уровня затянуто и все. А мы тут не откручивали, кстати. Мы же это не откручивали, Саня. Коничку не откручивали. Ну ладно-то, сейчас решим. Да можно и тут просверлить. Ну не тут, а заехать в помещение. Струбциной поджать и просверлить аккуратно, кстати. И все дела. Так, друзья, самое неудобное в этой машине — это слить воду. Тут просто только Саня это мог сделать. Какими-то манипуляциями. Давай я буду светить, может. Какими-то... Капот открыть, может, сверху посветить тебе. Так, вентилятор включился. Прогреваем систему, чтобы промыть все. Ну, я думаю, уже промылось оно там более-менее. Да, тут... Нашел, да? Да. Потому что с блока сливается только там. Ну, а остальное по трубке. Сбросил нижнее, все. Thank you.
Как-то чуть-чуть неудобно, да? Конструкция, ну, хотя она там не особо не рассчитана каждый день его сливать. Антифриз должен залит быть. Там достаточно долго была вода. Из-за этого надо все. Воду даже чистую заливаешь, течет жесть просто. Сейчас эту жесть сольем после промывки. Блин, эту жесть надо снимать, конечно. Это просто... Сорвал? Краник. Андрюха залил воду. Говорит, блин, давай, хотели поехать протестировать. Смотрим, лужа, блин. А краник был открыт после того, как я его привез в Вороньков. В прошлый раз Саня открутил. Закрутил? Оно, да? Да. Так что, можем, сливаем уже или нет? Пусть стекает, может, я заглушу. Пошло и остановилось. Грязь. Грязь забила, наверное, да? Возможно. Там жестковато внутри, конечно, было. Никогда не ездите на воде. Называется. Показать, блин, хрен увидишь, да, какое там оно красивое течет. Я вообще не вижу, где оно. Вон этот чернозем течет. Жестяк. Так, что сверху патрубок какой-то откручивали. Пониже который, Сань. О, сейчас тут будет хорошо видно качество воды. Чистота эксперимента. А? Желтая? Нет, тут еще ничего, довольно чисто. Заливали вообще чистое. Нормально отмылось, еще промыть раз. Льем антифризик свежий. И УАЗ к оффроуду готов. Так, друзья, это надо видеть. Это уже часть людей отошли, увидели камеру. Ну, было ярко. 20 человек под Нексией, картина называется. Саня говорит, еще стекает. Ну, с блока, да, похоже. Жестяк, как долго. Да. Сколько тут лишнего веса, если все это убрать. Машина поедет совсем по-другому. Так заводится. Да, много тут всего тяжелого, включая эти двери. Что-то надо подумать в этом направлении. Тоже тут все. Саня говорит, если помыть, говорит, килограмм 200 можно сбросить, но ненадолго. Да идет. Нормально. Так, друзья, тут серьезное движение произошло, уже головка к новому, к четвертому двигателю залупазла головка с легендарной красной Нивы. Почти готова, чуть-чуть тут дособрать осталось. И будем собирать мотор. Так, тут еще попробуй припаркуйся на переднем приводе ходом, не едет тоже. В общем, друзья, все, залили антифриз, все промыли. Сейчас ходом, может, заскочим. Ёханы бабать, буксует. Да, когда была передняя полноценная блокировка, ну раз блокировка. Сейчас натяжку. А, мы сейчас пониженно выключим. Оно будет чуть быстрее. И заехало. Все, мы на месте. Ну, что вам сказать. Все хорошо. С карданом почти разобрались. Там утром
доделаем, даже два будет у нас. Это Саня, наверное, замок сделал. Тут подмерзло, не закрывается. Всем спасибо. Я думаю, в субботу прокатимся. Протестируем все. Зимой на нем особенно хорошо, печка четко работает. Всем до встречи, подписывайтесь, делитесь. Там много интересного на канале. Заходите, смотрите топовые ролики. До встречи.